Да, посмотрел я рекламу. Теперь у меня будут двойные монетки. Кстати, вот эта вот реклама ТикТока, в основном рекламируется ТикТок. Ну какие же они длинные, эти рекламы. Ё-моё, вообще офигеть. Всё, двойные монеточки. И мы купим потом еще автобус. Да. Кстати, подожди, а я не посмотрел. А нам карту-то новую открыли? Или это я Луну только открыл, вонючую? У меня же там карта должна быть. Интересная карта. Горы. Я сейчас посмотрю. Что-то я не то самое. Сразу я не посмотрел. У меня же там... О, блин, я вот эти... Не знаю, рекламу смотрел целых 5 минут. А монетки я не собираю. Бонусный бы мешочек тоже бы давал бы двойной бы какой-нибудь. Ладно. А, фух, чуть башку не стукнулся, было бы обидно. Вот было бы обидно, если бы... Так, я вечно посмотрю рекламу, ребята. Так, на карте, считай, я очень мало еду. Ну и чё, где у меня бензин? Чё я бензин не взял? Ладно. Новый рекорд? Да, чё, реально, что ли? Я здесь не был, что ли? Блин, у меня сейчас проблема в том, что я бензин не взял. Да? Бензин закончился, вонючий. Ладно, сейчас мы его возьмем. Есть! О, хорошо. Вообще на Луне сколько я раз не пробовал. Нифига не получается, всегда разбиваюсь, видишь как? Блин. Ладно. Так, подожди. А чё у меня? Я открыл какую-нибудь карту или нет? Город, а вот гора. Блин. Еще 10, а что, серьезно что ли? Надо еще 10, 9 тысяч мне мани этих звездочек. Ой-ой-ой-ой, как плохо. Ладно, давайте мы еще раз поиграем на Луне. Так, теперь мы двойные не будем получать. Вот сейчас я буду все монетки собирать, смотри. Вот стопудово. Если, вот видишь, пошел монетки зарабатывать. Потому что они не двойные. Были бы двойные, я бы их не зарабатывал. Ну да ладно. Так, бензинчик взяли. Поехали. Так, надо вот эти монеты собрать. Опа, нифига, я кувырок сделал. Да, ребята, здесь надо кувырки делать. А что мне за эти кувырки дали? Деньги, да? Ну ладно. Прыжки. Так, а ну, все, даже я на первом плане, да? Ой-ой-ой, давай там назад так отъедем. Заберем монетки и поедем вперед. Быстро причем. У нас опять проблема, ребята. В том плане, что кончается бензин. Елки-палки. О, все, бензинчик взяли. Аккуратно. Не спешим. О, чуть башку не стукнуто, реально. Так, все, аккуратненько, бензинчик. Есть! Взяли бензин. Здесь можно кувырочек сделать. Да, сальто назад получилось. Сальто назад. Здесь, кстати, можно монетки только так зарабатывать. Во-первых, в воздухе. Время в воздухе, да, и засчитывается. Плюс можно сделать сальто. Так, вот здесь я сальто делать не буду. А, вот смотри, мы здесь разбились, да, в прошлый раз. Ой-ой-ой-ой, аккуратно. Главное сейчас не разбиться. Это что такое за место такое? Опа. Ну, подняться не могу, да ё-моё. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да что ж такое, ну давай назад кинем. Да блин. Вообще машинка не управляется. Эх, что-то интересное. Какие-то здания. Старинные. Это здесь кто-то жил раньше. О, давай. Нет, не доеду, ребят. В любом случае, да. Ну, а тут тоже, кстати, звездочки мы зарабатываем. Ну что ж. Ладно. Так уж и быть. Так, давай берем лес. Берем нашу новую машинку. Вот эту вот. Давай купим мотор. Повысим.
И поехали. Поехали. Давай двойные монетки сделаем. Так, ну все, посмотрели мы рекламку. О, пошли звездочки зарабатывать. И, ребятушки, мы получаем двойные еще монетки, хорошо. И улучшили мы двигатель нашего джипа. Очень приятно получать двойные монеты. Очень приятно. А, ну бонус еще. Офигеть, мне оказывается, ребята, надо еще 10 тысяч звезд заработать. Представляешь, как было мне обидно, что так много. Ой-ой-ой. Я же думал уже эту гору, карту горы вот эти открыл. Нифига. Оказывается, еще 10 тысяч надо. Офигеть просто. Где я тут 10 тысяч монет насобираю? Вообще не понимаю. Где я тут насобираю 10 тысяч монет? О, 10 тысяч звезд. Ну, по 1000 я в каждой машинке могу, как бы. Это мне 10 машинок надо открыть, да? Не издевается, что ли? Офигеть. Вот это разработчики подсиропили. Так, вот здесь я проеду. Проеду. Так, ну мне, короче, главное каждой машинкой 1000 звездочек заработать. Ну или хотя бы, даже можно 2000. Было бы очень шикарно. А, ну у нас же там несколько карт, слушай. У нас 3 карты. А, ну тогда 3000 звезд, как минимум. Ну тогда нормально. Я думаю, можно открыть. Но придется все равно покупать машинки. Чтобы открывать что-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой, как же здесь. Это вот это наставил, эти бревна. Неудобные. Хорошо, что мы здесь могли проехать. А на автобусе, возможно, и не проехали бы внизу. О! 1000 звезд у меня в кармане практически. Угу. Да, 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 ребята. На каждой карте, если под 1000 звезд зарабатывать, то это минимум 3000 звезд будет. У меня уже 3 карты открыты. Но там есть карта Ржавый риф. Там вообще сложно, мне кажется, будет выиграть. Ну вот 1100. 1100 звезд. И уже очень тяжело проехать. Да, нифига мы здесь не проедем. Надо тачку улучшать. Либо улучшать тачку, либо ставить какой-нибудь гаджет вонючий. Блин, а я не посмотрел, есть у меня на этой машинке гаджеты какие-нибудь? Вот это вопрос. Все, ну разбились. А смысла нету здесь, ничего не сделаешь, не получится ничего. Так, это что, мы были в лесу? Так, у меня еще город есть. А, у меня 3 карты только. Город, сельская и лес. Ну давайте город попробуем. А, нет, у меня есть вот это, что-то мы можем поставить все-таки сюда. Так, управление в воздухе, быстрый переворот в воздухе не надо. Ускоритель, амортизаторы прыжков. Вот это вообще такая фигня. Ну ладно, попробуем. Поехали. А, это так прыгать можно, да? Не знаю, зачем нам вот эта прыгалка нужна. Типа, вот здесь вот где-нибудь прыгать. Эх, ладно, сейчас посмотрим, что за прыгалка. Типа так вот прыгать. Не знаю, смысл. Только что время в воздухе добавляет, точно. Только что время в воздухе добавляет. А так она, я не знаю, смысл вообще вот это прыгать. Но каждый гаджет можно улучшить. Там, я не знаю, они улучшают, там нифига. Нафига делов надо. Поэтому, возможно, прыгалка будет улучшена в будущем. Ну, не знаю. Ребята, зачем нужна прыгалка? Напишите мне. Зачем? Чего с ней делать? Прыгать то и то. Только на одном месте можно практически прыгать. Не знаю. Ну ладно. Так, мне нужно 1000 звезд заработать. 1000 звезд. Уже... А 700 только заработать. Блин, почему да? Реально еще эти 1000 звезд заработать. Проект, ну, в принципе, немного же, да, там 1000 метров. А че я плачусь? Не надо плакаться, надо играть. И зарабатывать звездочки. О-о-о! Практически заработали эти звезды. Сейчас вообще посмотрим, может быть, мы 2000 звезд заработаем. А кто его знает?
Так, если сейчас выключили. Ну это хорошо, 1000 звезд. Так, эти будут, да, нагинаться, ломаться. Ах ты, вонючий, слушай. Все, эти хорошо, хоть крепко стоят. Нормально. 1200 звезд. Уже хорошо. Мы еще потом купим, ребята, автобус. И еще и на автобусе будем ездить здесь. О, 1500 звезд. Нормально. Сколько там надо будет посмотреть. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет. Блин. Не доехали мы, к сожалению. Не получилось далеко проехать. Но хотя бы 1000 звезд у нас есть.